Ой, кричит с утра. Только рассвело. Залезла, что ли, куда? Залезла, наверное. Так, Каюр сейчас нам работку. С утра. Небось, Барса. Так, у нас клички. Барс, Барса, Берта и Байкал. Тихо, 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 тихо. Все, залезла, Барса? Ну да. Барса? Путешественница? Хрюкает она. Гер, дайди гулять. Иди. Иди, 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 иди. Ну, все хрюкают. Все хрюкают. Вот. На, нате, кушайте на улице. Куда? Куда ж ты? Вот ешь. Так, второй кабель. Так, Байкал, Барс, больше белого. Барса и Берта. Подождете сейчас. Сейчас поедят щенки. Выпущу. Путешественница. Ну ладно, так будку и оставлю, чтобы она там разворачивалась. Гром, этот, как тебе? Волчан. Ты что хулиганишь? А Герда, небось, на крыльце. А, за домом. О, ты туда. А что из будки-то не вышло? Гердуха. Рысью, рысью, рысью. Рысью, молодец. Сесть в ноги, сесть в ноги. Сейчас они поедят, Гердух. О, опять пошла. Засунь что-нибудь. Сейчас я ему вон одеяло сейчас туда засуну. Гуляет она. Сейчас я одеяло туда раз. Или мешок какой. Да ладно. Барсик. Барсик. Как котик. Барсик. Башка щенячья. Башка щенячья. Гердуха преданная, да? Сейчас я вас буду тоже вам разогревать. С Каюром уйду. Сейчас они доедят, Герд. Кобелей можно выпустить. Где белка? Не. А что не ела?
Белку не место. Иди. То у меня растянет сейчас Герду. Да. Ты подъел, да. Половинку. Сейчас на обработку. Че за? Молодец. Ты чума? Чеза. Чеза. Горлопанка. Кто меня хватает? Глазик видно, прищуривает после ранения. Прикрытый немножко. Пройдет. Вот уже получше поели. Барс. Через 2 часа еще приду кормить. Ну, злится как она. Барса. В туалете? Да что ты танцуешь? Кайрвален. Так-то он веселый уже становится. Нам бы дырки закроем сейчас. О, барс. Еще только рассвело. Мы уже на ногах. Хвосты уже, видите, закручиваются. Тык падает уже на спину. Это у Байкала, да? У Байкала. Начинаю закруживать. Потихонечку. Серпами уже. Ну, почти до спинки достает у него. Ну давайте домой-то уже. Берта, давай домой. Сейчас я вам эту дырку закрою мешком. Одеялом. Вот так вот. Вот и все. Интересная, да, скажи, подружка? Голова теперь везде пролазит. Теперь ему интересно эту бошку везде просовывать. Понюхай. Кто же ты такой? Кто же ты такой? Все, проход закрыт. Ты меня подняла. Эти. Крупный будет кобелек. На, Герде дай пусть, да. Герда, Герда, иди. Герда, Герда, иди. Герда. Пусть, да. Да, ешь. Ешь, ешь. Я тебе сейчас принесу. Доедай. Ох, барса ты, пискля. Помойте мне посуду, я пойду всем наводить волчану. А, закрыто? Вот вход в дом, да, вот. И дуйте, щечки сдуйте и идите. Что-то ей еще хочется.
О, вместе с мамашей там наяривает. Туалет. Нет. Башка маленькая. Щенячья башка. Тело растет, а голова маленькая. Поиграться. Ну, может, успеем еще поиграться. В начале февраля все разъедутся. Все, помыла. Все, Кутузов. Не, глазик-то открытый. Прищуривает его. Герда, я иду только разогревать его сейчас. Я замотался вчера с вами. Интересно за ними наблюдать. Вообще кошмар. За мамкой. О, Байкал какой злой. Хороший бутуз будет. Бутуз. Кобель будет хороший. Такой с характером. Что не нравится, что его трогают. Так, идите, я пойду сейчас это... А, понятно. Пустыми не выходим, да? С копытом. Вот и все. Вот такое утро. Еще. К мамке. Ну, поет песни. Вот так вот. А, всех с праздником, с Татьяным днем. День Татьяны. Он день студента, святой праздник. Так что... И у меня сестра Татьяна, ее тоже уже поздравил. Еще раз поздравляю всех Танюшек и Татьян с праздником. Так что такие дела. Вот она к ней вот, может, и получает из-за того, что она все к мамке, к мамке. Барса. Потом люди, что переименуют. Зачет. Герда, так села, как эти мои сидят. А ты и есть моя. Жопа в этом дома, а сама на улице. Она ж пройти не может. Герда. Просит, просит. А туда раз, и там все. Ладно, все, пусть занимаются.